Шалом, ребята! Сегодня 21 июня, а это значит, что праздник во Франции. Fête de la musique, или праздник музыки. В 1976 году на одном из радио один музыкант предложил такую идею, что давайте 21 июня выйдемся на улицы, ну и обращение к музыкантам, и сделаем такой вот концерт бесплатный для всех. И люди услышали эту пропозицион, предложение, все вышли и начали играть. И вот с того времени это уже такой национальный праздник, не только во Франции, но во всем мире. Он называется World Music Day. В 82 году этот праздник уже начал действовать во Франции. А мы собрались в нашем Music Band для того, чтобы поиграть в одном городе возле Парижа. Называется Мо. Приехали мы в город Мо. Наша позиция в самом центре этого города, возле главной церкви. Так что сейчас мы здесь разложим все наши музыкальные вещички и начнем. Fête de la musique, les gars! Видали, сколько мест? Много. Но мы не будем здесь играть. У нас небольшое такое место возле церкви, возле ресторанчика. Но здесь прикольно, слушайте, я здесь впервые в этом городе. Смотрите, какая архитектура здесь старинная, особенно дом. Вот этот дом. Ну,
Конечно же, все это дело отреставрировано, но выглядит все очень даже симпатично. Такой, знаете, макет, декорация для какого-то кино. А церковь симпатик. И вот такое здание, видали, с лестницей. Такой прикольный переход между церковью и этим зданием. Это раньше как бы добыть стекло больших размеров, это было проблематично. И делали такие маленькие стеклышки. И вот оно. Видали, какая лестница старая? Написано «Проход запрещен». Но я прошел, как бы. Для нас неписанные законы. Это не шучу. Нарушать это плохо. Но смотрите, как тут симпатично. И дерево вот это, кстати. Вот это дерево. Видно, что ему лет и лет. Благословлю тебя.
Dzieci Rainbow, dzieci Rainbow, это красоты людям ожидаемые. Дети Rainbow, дети Rainbow, это красоты людям ожидаемые. Дети Rainbow, дети Rainbow, это красоты людям ожидаемые. Peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Только что закончилось, и как раз начали подходить люди. Ну, у нас график, как говорится. Ну что, мне очень понравилось пение нашей группы прославления. Все действительно вложили свои сердца, свои руки, свои ноги, свои голоса. Под такой жарой действительно невозможно стоять, но Господь дал сил прославить его, как он этого достоин. Мы играли при такой жаре, то есть с 2 до 4, до 5, можно сказать. Как раз такой пик в Париже, жара нереальная. Представляете, когда жарит солнце, нету никакого укрытия. Струны на гитарах сразу ушли, то есть расстраиваются инструменты мгновенно. Ну, мы нормально так подстроили, все сделали, но это было сильно, когда играешь, и с тебя валит пот, капает на струны, и все скользит, и это было что-то. Но зато мы свою миссию выполнили. А наша миссия – это евангелизация. Вот смотрите, видите, вот этот город называется Мо. Именно здесь выступала наша русскоговорящая церковь. Русскоговорящая музыкальная группа, которая впервые отыграла в Иль-де-Франс, потому что до этого я такого не слышал, и мы это сделали. И это только начало нашего пути.
Кстати, город, в котором мы выступали, находится возле Диснейленда. Это остановка РОР, называется Шасси. И вот он сам Диснейленд, вот это вот первое студио. И вот там вторая. Вы меня просили сделать влог из Диснейленда. Слушайте, я там был уже много раз. Не пойду туда. Там ничего интересного нету. Может быть, кстати, есть влог из Астерикса и Обеликса. Это другой парк. Для взрослых он куда круче. Там круче аттракционы. И если вы хотите посмотреть, то заходите на канал, ищите, пишите Астерикс и Обеликс. Если вы приезжаете в Париж, то это РОР А. Едете на самую большую остановку, которая называется Шатле. Здесь развязка с многих линий и РОР. РОР это типа местные электрички. Садитесь в РОР А и езжайте до конечной Мандавали. И вуаля, Диснейленд. Билеты там стоят в зависимости сколько вам лет, в зависимости какой день и так далее. Конечно, выгодно покупать абонемент годовой, но зачем он туристам? Вы сюда приезжаете на, не знаю, на неделю, не больше. А тот, кто живет, покупает абонемент годовой, и затем они как-то продают свой вход. Я узнаю одного парня, у которого есть абонемент, и который как-то договаривается с туристами и проводит их. То есть он еще что-то там зарабатывает, какую-то копейку. Communion, c'est-à-dire que ce soir, les différentes cultures se rencontrent. La France rencontre le Québec, rencontre l'Ontario, rencontre les Maritimes, rencontre le Canada, tout en entier pour souligner le 150e anniversaire du Canada. Thank you.
Подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши коммент. Мы сюда. А ля прошен.